Всем привет! Сегодня хочу распаковать такую дрель фирмы Einhell. Купили специально для огорода, потому что нужно иногда что-то сверлить. И тоже в бетоне что-то сверлить. Сегодня испытаем. То есть дрель, ударная дрель TC-ID720. 1Е-кит. То есть в таком чемоданчике сверло есть. Тут некоторые данные. Максимальное сверло, которое может влезть, 13 миллиметров. Железо можно сверлить до 10 миллиметров, бетон 13 миллиметров и дерево до 30 миллиметров. Семьсот 20 ватт. Что еще стоит? А можно переключать скорость, если правильно говорю. Да, 720 ватт. Так, что еще интересно? А даже на русском написано. Быстрозажимный патрон для простой смены инструментов. Электронная регулировка числа оборотов для выполнения работ в соответствии со свойствами материала и назначением. Эргономическая работа без утомления благодаря поверхностям с мягкой оболочкой и дополнительной рукоятки защиты от проворачивания. Металлический ограничитель глубины и дополнительная рукоятка с защитой от проворачивания. Ну и что туда все входит? Да. В комплект поставки входит набор из 5 сверл по бетону. Да, кстати, эти сверла то для бетона, чтобы сверлить бетон. А, и потом он уже на немецком стоит. Да, тут мужик сверлит. Так, наверное, можно делать. Как-то так. Окей. Распаковываем. Хотя уже распаковал. Тут было закрыто. Было в пленке все. Убираем. И открываем. Классный чемоданчик. Внутри мягко. Да, вот такая дрель. Описание сверла, чтобы сверлить бетон. 4, 5, 6, 8 и 10 миллиметров. Ну, квалитет сверла не знаю. Сегодня будем испытывать. Да, чтобы мерить, сколько просверлить. Ну и так оно выглядит. Здесь можно переключать. Скорость сверления, если я правильно говорю. Название еще раз. Да, и здесь можно переключать, чтобы она была ударной или просто сверлить. Хотел именно такую, потому что иногда нужно бетон сверлить. Так, тут еще некоторые данные этой дрели. Оборотов в минуту до 2800. Если правильно говорю. Ну вот, как-то так. Так что берем, идем в огород, пробуем сверлить. Всем пока. Ну что, пробуем?
сверло взял, которое было внутри. Кстати, думал, ну, наклейку сделали, она же отлетит и все. Хоть бы сделали какой-то штамп, чтобы потом не париться, куда что нажимать. Дох, продумали. Молоток здесь нарисован. Видно вот. А с этой стороны сверло. Штемпик. А то думал, отклеится, и что теперь потом будешь думать, где же там молоток, а где же просто сверло. Это значит не минус, значит плюс. Ладно, пробуем. Здесь нужно сверлить. Так что поехали. Справился. А, тут говорил то, что можно уменьшать скорость. Вот я сейчас на меньше сделал. Вот только так. На полную. Так, ну делаем еще одну дырку, раз так все хорошо получилось. Еще одну нужно вот здесь сделать. Поехали. Ну, отлично, я доволен. Это самое толстое сверло, которое было. То есть справился с бетоном. Ладно, всем пока.